Из-за того, что оно короткое, но более какое-то устойчивое, не так пружинит, как в том. То и надо привыкнуть. Ну, это ты, наверное, пилить не особо еще умеешь. Да. Ты, главное, отпили, и потом свои ощущения скажешь. Здесь уже больше половины у тебя есть. У тебя есть. Треть осталась. Ты раньше пилила и была счастлива этой пилой. Сейчас что-то не очень. Я думаю, Фискарс, потому что все-таки у нее длиннее лезвие, чем у Бака. Бака мне очень нравилась. Бака удобная, маленькая. У нее, по мне, так ручка, наверное, более ухватистая, потому что у меня рука поменьше, а это все-таки в Фискарсе для мужской руки, для большой. Но когда я резала вот эти вот маленькие чурбанчики, все-таки Фискарсом мне удалось отрезать быстрее. Я затратила меньше усилий, чем пилой Бака. Но единственное, Бака, может быть, мне показалось немного все-таки острее. Это, наверное, за счет того, что у Бака зубья немного меньше, но они лучше разведены. А в Фискарсе зуб длиннее, но хуже разведен. И, видимо, из-за этого Бака мне сначала, поначалу показалась более резучей пилой. Но все-таки усилий я больше затратила, когда я пилила Бака. Поэтому Фискарс, однозначно Фискарс мне больше понравился, чем Бака. Хотя ручка лучше у Бака, чем у Фискарса. И как режут они. Ну вот этот чурбанчик я отрезала Фискарсом, этот потоньше Баку. В принципе, совершенно одинаковый рез. Ничего я не вижу разного. По гладкости они одинаковые.
все-таки, конечно, канавки больше у бака в древесине. Она оставляет больше канавки, чем фискарс. Если бы у меня сейчас стоял выбор, что лучше взять, фискарс или бака, пока был бака, было все вроде бы хорошо, и лучшие пилы для леса или для каких-то садовых нужд не найти. Но после того, как я попробовала сегодня фискарс, я думаю, мой выбор, конечно, бы был в сторону фискарс. Она лучше, она удобней, она быстрее пилит. Мне надо меньше затрачивать усилий. А по качеству реза, да мне вообще все равно. Честно скажу, все равно, как режет. Мне главное быстрее. А какое качество реза, это, наверное, заморочки мужчин. Мне, как женщине, наверное, это все равно. Но, возможно, я, если начну делать какие-то поделки из дерева, для меня это будет первоначальный вопрос. Но сейчас, чтобы было быстро, чтобы было хорошо и легко, то, конечно же, фискарс. Но бака тоже имеет место быть. Сучки, там, я не знаю, что-то, кустики. Быстренько можно спилить бака. Но фискарс, он более удобный, более резучий, более приятный. Ну и все. Хочу сказать, что когда пилишь с упором, когда что-то плотно стоит, не болтается, не шатается, это вообще милое дело. Циркулярка. И срез действительно как у циркулярки. Вот супруга делала обзор, она говорит, что срез не важен. Но я вам скажу, действительно, если заниматься где-то какими-то поделками из дерева, я вот этот чурбан отпилю вот этой пилой в лесу, а дома уже, естественно, буду на станке его распиливать на ровные чурочки. Ну, собственно говоря, все. Всем спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.